Приветствую, красавчики, приветствую. Как можно часто стирать тканевый горшок, да? Вот 2 года использования горшочка. Вот что с ним произошло. Смотрите, да, все вот эти соли, патогены выходят наружу. Внутри горшок относительно чистый. Видите, вся вот эта шлаки, гадость выходит наружу через поры. А в пластиковом горшке корневая система, получается, она еще закручивается помимо этого. И плюс вся вот эта патогенная штука остается в пластиковом горшке внаружи. В тканевых горшках у них такого нет. Как можно часто его стирать, да, или какой срок службы у него эксплуатации. Смотрите, вот этому горшку 2 года. Сейчас мы его постираем и посмотрим, как он будет выглядеть. Сколько у нас тут горшочков пособиралось. Слаживаем их в ведерко, замачиваем на полчаса, потом достаем, полоскаем. Кстати, стирать рекомендую использовать только хозяйственное мыло. Легкий мыльный растворчик. Прошел час. Смотрите, как все хорошо откисло, отстиралось. Смотрите, 2 года горшку эксплуатации. Первый раз вот помыли. И смотрите, как он выглядит как новый. Сейчас еще раз мы его сполоснем и будем сюда садить помидорчик. Вот так вот качество горшков Growneek на высшем уровне. Time to go.